Здравствуйте. С вами рядом Андрей Ракицкий. Сегодняшний сеанс даст вам осознание смелости, силы, уверенности в своей способности преодолевать жизненные трудности и преграды. Вы почувствуете, что способны бороться за свое счастье и побеждать в этой борьбе. Наш сеанс плавно перейдет в естественный ночной сон. Однако внутренняя работа, инициированная этим сеансом, будет продолжаться и тогда, когда вы заснете. Вы проснетесь отдохнувшими и обновленными, полными сил и решимости стать счастливыми, настроенными на то, чтобы разобраться со всеми своими проблемами и избавиться от них. Устраивайтесь поудобнее, так как вы обычно это делаете, когда ложитесь спать. Обычно перед сеансами, направленными на достижение конкретного результата, рекомендуют визуализировать образ цели. Наша цель на сегодня – это сила, уверенность и смелость для противостояния любому агрессивному внешнему воздействию. Наша цель – это стойкость в любых жизненных ситуациях. Я думаю, скала и разбивающиеся о нее волны – это прекрасный образ. Это как раз то, что нужно. Пусть он останется в вашей памяти. Смотрите на экран монитора, слушайте мой голос и помните, что вы можете закрыть глаза тогда, когда захотите это сделать, в любой момент сеанса. Все остальное произойдет как бы само по себе, без вашего активного участия. Иногда кажется, что жизнь становится похожей на бушующий океан, на шторм, который обрушивается на нас со всей своей мощью, который нападает на нас со всех сторон и наносит один удар за другим. И в какой-то момент начинает казаться, что все вокруг – это лишь враждебные и разрушительные штормовые волны. Куда ни кинь взгляд, везде одна и та же картина. Все против нас. И мы одни, лицом к лицу с бурей, и некому помочь, и нет спасение. И кажется, что еще чуть-чуть, и нас накроет с головой, и уже не выбраться, не спастись. Но чудесным образом страшная волна в одно мгновение разбивается и превращается в миллиарды сверкающих брызг. А потом разбивается еще одна и еще одна волна. И вы начинаете замечать, что дышите полной грудью, что воздух бури чист и свеж. Вы ловите себя на мысли, что ваше внимание все больше и больше и все чаще концентрируется на брызгах, а не на волнах, что шторм наполнен величественной тайной и красотой,
когда сквозь тучи пробивается первый лучик солнца, брызги вдруг превращаются в радугу, яркую и прекрасную, наполненную надеждой и светлыми ожиданиями. И к вам приходит спокойная, радостная уверенность в себе и понимание, что вы способны противостоять яростному натиску стихии. И не только этой конкретной буре, а вообще всему враждебному в своей жизни. Всему тому, что в первый момент может напугать, избить с толку. И не просто противостоять, но и побеждать. При этом становясь сильнее, свободнее, увереннее. И пока вы думаете об этом, шторм начинает стихать. Волны становятся все меньше и меньше. И вы ловите себя на мысли, что ваш страх перед бурей ушел, исчез, растворился в воздухе, что вы освободились от страха. А вместо него появился азарт и желание одерживать одну победу за другой, что к вам приходит спокойная уверенность в себе, осознание своей силы. И в этот момент вы чувствуете, что вас наполняет покой. Осознание того, что внутреннее вы готовы противостоять всем невзгодам и всем неприятностям, делает вас сильнее. Вы готовы к такой борьбе. Вы чувствуете уверенность в своих силах. Приходит осознание того, что вы человек смелый и внутренне свободны, что вы способны управлять собой, контролировать свои мысли и эмоции в любой ситуации и любой обстановке. Вы можете держать себя в руках, всегда и везде владеть ситуацией. Вы понимаете, что все смеете и все можете. Вы всегда контролируете свое поведение. Вы верите в себя, верите в свои безграничные возможности. Вы твердо убеждены в своей способности решить любую проблему, справиться с любой задачей, преодолеть любые трудности. Поэтому вы смотрите на жизнь смело и открыто. Вы воспринимаете мир таким, каков он есть, без страха, без волнения, без тревог. Вы знаете себе настоящую цену. Вы относитесь к себе позитивно, потому что вы смелый и уверенный в себе человек. Потому что вы всегда в форме, и вы всегда в состоянии полной готовности к преодолению препятствий на своем пути. Вы движетесь вперед без страха и сомнений. Вы всегда способны быстро оценить ситуацию и принять
верное решение. Ваш организм всегда в тонусе. Он мобилизован на активную жизнь, на борьбу и на победу. Вы по своей сути победитель. Вы воспринимаете жизнь как победитель, думаете как победитель, действуете как победитель. Вы относитесь к себе позитивно. Вы постоянно сохраняете и поддерживаете в себе полную боевую готовность к преодолению противоборствующих и враждебных внешних воздействий, всех вредных и негативных влияний внешней среды. Ваш организм всегда работает надежно и уверенно, абсолютно правильно, идеально, точно. Ваше тело всегда живет энергичной, полноценной жизнью. Ваше самочувствие всегда остается хорошим. Ваше самообладание идеальное. Вы адекватно воспринимаете свои возможности. Вы привыкли чувствовать себя многократно сильнее всех враждебных сил и влияний внешнего мира. Вы относитесь к неприятностям без страха, потому что знаете, что вы сможете противостоять им и победить их. Вы победитель. Вы сильный, смелый, правильно оценивающий свои возможности человек. Вас невозможно вывести из себя, заставить нервничать или чего-то бояться. Вы превосходно контролируете все, что с вами происходит, и всегда владеете ситуацией. Вы способны преодолеть все трудности и преграды, встречающиеся на вашем жизненном пути. И вы идете по жизни уверенно. Вас нельзя остановить, вас нельзя сломать. Вы сильнее всех неблагоприятных жизненных обстоятельств и коллизий. Ваша внутренняя устойчивость, ваша воля, сила вашего духа многократно превосходит все трудности и все преграды. Вы чувствуете в себе эту мощь, эту способность побеждать. Это очень приятное ощущение. С каждым днем вы становитесь все более и более смелым, решительным, все более внутренне свободными, все более уверенными в себе. Укрепляется ваш дух. Вы становитесь все сильнее и сильнее. Улучшается ваше физическое здоровье. Вы всегда в тонусе. У вас твердый характер. У вас сильная воля. Ваша жизнестойкость максимальна. Всегда и везде. У вас всегда прекрасное настроение. Вы человек жизнерадостный.
Вы привыкли фиксировать свое внимание на жизненном позитиве. Это происходит автоматически. Вам трудно испортить настроение. Вы любите жизнь. Вы чувствуете себя счастливыми. Ваша жизненная стойкость постоянно усиливается. Вас нельзя сломить или напугать. Вы смелый, внутренне свободный и уверенный в себе человек. Проходя сквозь трудности, вы здоровеете и крепнете все больше и больше. Преодоление преград доставляет вам удовольствие. В любой ситуации вы быстро принимаете верные решения и действуете на победу. Вы никогда не откладываете на потом то, что можете сделать здесь и сейчас. Вы побеждаете, потому что наполнены радостью, наполнены любовью. Вы живете свободной, полноценной жизнью. Проходя сквозь вредные влияния внешней среды, вы становитесь крепче и здоровее. Вы освобождаетесь от всех своих комплексов и заблуждений. Вы обретаете истинную веру в себя и в свою жизнь. Растет ваша духовность. Крепнет нервная система. Вы закаляетесь. Вы становитесь непобедимыми. Вы знаете, что в вашей жизни все и всегда будет прекрасно. Ваш организм, ваше сознание и ваше подсознание мобилизованы на быструю реализацию всех ваших планов и всего того, о чем вы мечтаете. Ваши возможности безграничны. Вы сильный и смелый человек. Ваша устойчивость колоссальна. Ваше самочувствие всегда прекрасно. Ваше самообладание максимальное. Ваше настроение жизнерадостное. Ваша вера в себя беспредельна. Вы все можете и все смеете. Вы воспринимаете жизнь такой, какова она есть, и чувствуете себя победителем. Для вас все возможно. Вы отчетливо осознаете, что все противоборствующие силы, направленные против вас, абсолютно беспомощны перед вами. Вы наполнены радостью одержанных и предстоящих побед. Вы идете по жизни уверенно. Вы сильный и смелый человек. Вы твердо уверены в своих возможностях. Вы умеете принимать верные решения. Умеете жить и находить выход из самых затруднительных ситуаций. Почувствуйте себя свободными и счастливыми.
Убедитесь, что это действительно так. Теперь вы можете расслабиться и позволить себе отдохнуть. Вы заслужили этот отдых. Сосредоточьтесь на приятном ощущении расслабленности в своем теле. Это очень приятное состояние. Почувствуйте, как расслабление нарастает все больше и больше. Как голова освобождается от мыслей. Как теряется ощущение времени. Приятная дремота обволакивает вас. И на душе становится спокойно и тихо. Полная пассивность, созерцательность, полное отсутствие каких-либо мыслей и движений тела. Все посторонние звуки отдаляются. Внимание лениво соскальзывает с них, не фиксируясь ни на одном. Покой и умиротворение наполняют все ваше тело. Вы испытываете приятное блаженство. Спокойствие окутывает вас, как мягкое, теплое покрывало. Вы пока все еще слышите мой голос. Он как будто ведет за собой. И вы движетесь за моим голосом, продолжая погружаться в спокойный, целебный сон. Возникает приятное состояние отстраненности, отрешенности сознания. Вы наслаждаетесь этим необыкновенным внутренним комфортом и все глубже и глубже погружаетесь в чудесный мир, где возможно все. Вы можете позволить себе этот отдых. Покой наполняет все вокруг. Состояние сонливости нарастает, усиливается. Вы засыпаете. Это очень глубокий сон, особый сон, оздоравливающий вашу душу и тело, закрепляющий в глубинных настройках организма состояние сил, осознание смелости. Вы все смеете и все можете. Когда вы проснетесь, вы будете чувствовать себя сильными, свободными и смелыми. Спите глубже. Глубже.